Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы едем в Тиберду. Вот такая попутчица у нас в поезде попалась веселая. Будет много природы, горы, птицы. Горлинка, кто-нибудь знает? Знает, напишите внизу про эту птицу. Заповедник. Вот этот олень рычит на молоденького. Да. Обязательно сходим к речке, а потом зайдем в магазин купить балхам. Пожалуйста, кто знает это чудо-лекарство, напишите в комментариях. А затем будет отзыв в конце о Тиберде и санатории. Начинайте его клинику, ну, покушайте, помажьте, попробуйте и уже решите, как вы, что вы. Если вы хотите месяц приема каждый день, тогда это будет 500 рублей, вот это на месяц, как я говорю. Удивительная птица здесь. Я ее впервые увидела, горлинка. У нас такой не водится. И погода не очень нас баловала, но тем не менее, эту красоту ничем не испортишь. Я ее запомню навсегда. Это Тиберда. Всем привет! Это самое синее в мире, и я в Тиберде, Карачаево-Черкесск. Но самое главное, целый день идет дождь, пасмурно, и горы, и над горами облака. Тиберду. Из Невинномысска я села на маршрутку, 450 рублей, и она доводит до Тиберды. Ну, из Тиберды можно ездить, вот я вам расписание поставила, и в Ставрополь, и в Карачаевск, и в Кисловодск. Здесь очень много экскурсий. Я вам тоже их советую посетить. Но автобусы не ходят, и в основном такси. Такси 100 рублей по Тиберде. Ну, я думаю, это недорого. Тиберды до Домбая. Красивейшая дорога. И всего ехать 21 минуту. Стоимость где-то 150 рублей. Вы доедете на такси. Такси частные, постоянно стоят вот на дороге. Можно договариваться с водителями. Так что я всем советую это прекрасное место посетить. Это просто незабываемое. Ну, поехали дальше, смотрим. Проходим мимо поликлиники. А вот за железными воротами находится мое отделение. Это горное ущелье. Ну, в следующий раз я вам покажу. Дорога к горному ущелью. Вот такая красота. Уходите далеко, в конце будет отзыв о санатории Тиберда. Я думаю, это интересно для тех, кто едет в санаторий. Наше путешествие продолжается. Идем по Тибердинскому заповеднику, вот проходим мечеть. И сейчас будем спускаться к речке. Вон Таня уже ушла, я за ней. Вот здесь мы были, Тибердинский
заповедник, усадьбы и музей, и вольеры животных. И тут же вот мост через реку Тиберда. Санаторий состоит из 4 отделений. Первое – горное ущелье, второе – Алибек, третье – Дамбай и четвертое – Джамагат. Джамагат мне больше всех понравился. Посмотрите, сделала выпуск про него. Я жила в горном ущелье, а обедали мы и завтракали в Алибек. Изумительная природа. Танюша, а что еще нравится? Нет, Таня собирает грибы, и здесь грибов очень много. Очень много. Грибов вот. Очень много, да, собираем каждый день. Вот. Питание, скажи, отличное. Питание, отлично не могу сказать. Да? Да, в общем, довольно-таки неплохо. Да. Довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо, да. Спасибо, Таня из Ростова. Всем пока, дорогие друзья. Желаю вам здоровья, до встречи.